так, чтобы вы знали, спят йорки на самом высоком месте. Пойдем кофе пить? Пойдем? Вдвоем с тобой попьем кофейку. Маринчик, ты моя хорошая. Поедем сегодня к ветеринару. Поедешь? Лапку твою покажем. Вчера я брызгал перекисью и мазал мазью. Шипит лапка. Значит, там что-то есть, какой-то процесс. Нужно все-таки показать ветеринару. Пойдем вставать. Ну, пошли. Я даже не знаю, что красивее, рассвет или закат. Всем привет, друзья. Солнышко только встает. И выхожу вот сюда, смотрю на этот лес, любуюсь. Я когда последний раз был на Голубых озерах, не знаю даже, с чем это связано было. И вот мы на следующий день уезжали. И я сидел на берегу и смотрел на ту сторону озера. А там такой спуск большой-большой, там пляж и деревья. Там еще дикарями люди отдыхали. И вот я смотрел на этот лес. И как бы фотографировал, так делал, знаете, смотрю, раз закрыл глаза, открываю, вот деревья так растут, фотогеничная такая память себе делал, второй, и так дальше, кадр за кадром, и вы знаете, вот я сейчас закрываю глаза, и вот эти деревья уже передо мной, как живые, не знаю, почему так, но так было, вот в 21-м году фотографировал глазами лес. На Голубых озерах. А здесь не фотографирую, здесь просто смотрю и любуюсь. Каждый день. Набираюсь силы от него. Уже осень. Уже желтые листья падают. Холодает по утрам. Но все равно еще жарко. Дождей самое интересное, что нет. И не передают. Вот. А уже хотелось бы дождика, чтобы грибочки. Хотя... В нашем-то положении, с нашим ремонтом, пока не нужно дождей, это точно. О, пойдемте, вам что-то покажу. Вот это душ, который я буду переставлять вон туда. Смотрите, под душем пропс. Ямка одна. А, здесь вообще замечательно. Вторая. Прямо на входе в душ. Главное, со двора выгнал, вот там их нет. А здесь вчера и увидел. Вчера просто не было времени вообще ни на что. Понятное дело, отвозил Светлану в Полтаву, в больницу. Положили ее в больницу. Уже капельницы назначили. Вчера капали, 5 дней подряд будут капать. Здоровье у нее, конечно. Слабенько она у меня. Ничего, подлечат. Будет как новенькая. Ух. Сам я пока в одиночестве. Конечно же, есть Миша, конечно же, есть Мэри, Милка. Но ничего. Говорят, будут отпускать на субботу, на субботу-воскресенье. Ну, не знаю, отпустят в этот раз или нет. Все-таки 5 дней. Это получается вчера среда, четверг, пятница, суббота. Воскресенье, пятый день. Вот подряд 5 дней или будет пауза, пропуск. В общем, не знаю еще. Посмотрим. Ладно, давайте кофе пить. Сегодня заварной кофе пить не будем. Сегодня будем мак-кофе пить. Ой, Света, тут виноградик еще. Муравьи у нас прям везде. Ну, мы на них уже внимания не обращаем особо, если честно. Если их не трогать, они безвредные. Непривычно так сам себе кофе. С
Светлана, конечно, самый лучший кофе делает. Вот я Мэри вчера побрызгал перекисью, вот здесь сидел, ей обрабатывал рану. Побрызгал перекисью и вот таким ретивник мазал. Ну, сегодня повезем, конечно же, к врачу. Мишка дал мне насос, нужно разбирать. Не качает. Видать, здесь песок попал в этот манжет. Я уже раз разбирал. Здесь вообще почва песочная. Поэтому если, ну, он накачал, бросил тут насос, раз песком присыпало, один, второй раз и все. И считай гаплык. Ладно, разобрать нужно, помазать, вычистить и сделать. Попьем кофейку. Вот она, беседка. Красавица стоит. Сегодня нужно краски купить. Еще толком не решили, ну, со Светой посоветуюсь, какой краской красить, может, лаком, да нет, краской, скорее всего, может, корабельным лаком, в общем, посмотрим. Такой вид у нас, да, пока еще не очень презентабельный, лопаты везде, еще мусора вон столько. Не могу найти трактор, Лафет, как-то тяжело с этим вопросом, все занято, ну, люди работают. Хочу так все загрузить, это все, и вывести. Полить нельзя. Все сухое стоит, такое, как, ну, вообще, не дай бог, жаринка и лес, вот он рядом. Мэри так и не вышла. Лежит еще. Да и время, в принципе. Сколько время у нас? 7:55, я уже кофе. И не спится ж самому, да? Казалось бы, ну никто не мешает. Не, встал, проснулся, вернее, никого рядом нет. Мэрика под боком лежит. Думаю, да ладно, буду вставать. Так кто ко мне пришел? А вот и Мэри пришла к нам. Мэрюш, ну уже не в одиночестве буду кофе пить, да? Мэри. Нету мамы. Ничего, маму вылечат. Да, Мэрюш? Поживем с тобой. Мы с ней самое дольше жили без Светы, когда ей делали операцию на щитовидную железу. Это в 18 году. Мы долго с ней были. Когда я поехал за Светой, Мэри даже ее сразу и не узнала. Знаете, есть как то собака выбирает себе хозяина сразу. Вот Мэри выбрала Свету. Ничего, это недолго. Да, Мэриш? Это сижу, кофе пью с вами, разговариваю. И только что звонила Светлана. Нормально проснулась, все хорошо. Сейчас будет скоро уже обход. Все хорошо, сказала, видео снимет. Получится. Так что вставлю в следующем видео. Спасибо, друзья, за то, что вы есть, за то, что комментируете, за то, что смотрите, за то, что подсказываете, советы даете. Отдельное спасибо за материальную помощь. Все, что Светлане, будет отправлено Светлане на карточку. Обязательно. Я вообще, вот если вы донатите и пишете на то-то, купите то, на забор, будет отдельно забор. На беседку нам выслали, будет вот беседка. Выслали отдельно, я помню, на стремянку. Купили мы стремянку. На что вы пишете, указываете, то на то это деньги, на то эти деньги и идут. Огромное человеческое вам спасибо. Всем добра, здоровья и, самое главное, мирного неба. Надолго не прощаюсь. Скоро увидимся.